Она оценила жизнь близких в 3 квартиры и 2 автомобиля. Сегодня Верховный суд направили уголовное дело в отношении женщины, которая заказала убийство мужа и свекрови. Обвиняемая решила расправиться с мужем из-за нехватки денег. После свадьбы благоверный перестал снабжать ее деньгами. Супруга решила замаскировать двойное убийство под разбойное нападение. Искала исполнителей, а ими оказались оперативники. Они инсценировали исполнение заказа, а в доказательство привезли фотографии.